Здравствуйте, меня зовут Владислав Войчик, и несколько лет я уже работаю в полиции города Провиденск. Так уж получилось, что за все это время я не верил в какие-то паранормальные явления, ну и вообще прочую чушь. Мне с этим вообще никогда не приходилось сталкиваться, но так получилось, что все-таки пришлось. Да. Дело было так, я расследовал смерть Алексея Ваченкова, который, ну, более-менее так известен в сети под псевдонимом Блэк. Ну, официальная версия-то гласит, что его убила молнией, но хочу вам сказать, что это далеко не так, и настоящая смерть, ну, очень ужасно. У меня есть флеш-карта, изъятая с видеокамеры Алексея, где запечатлены несколько недель его жизни. И сейчас я намерен показать это видео всему миру, чтобы люди узнали, что же на самом деле произошло. Thank you.
Здорово, я Блейк, и это не мое реальное... Твою мать, камера! Я... Апу... Здорово, я Блейк, и это не мое реальное имя. Мое реальное имя, как я сам, никому не интересно. И, знаете, мне просто скучно. Мне просто долбануться как скучно. Все мои так называемые друзья оставили меня, и... Мне, наверное, слуш... Блять, споткнулся. Там какие-то бабки болтают. Ну и хрен с ними. Да, о чем я? Мне скучно. Мне очень скучно. Все мои так называемые друзья меня оставили. Кто-то еще учится, у кого-то работа. У кого-то семья и двое детей. Можете себе представить? Лузеры. И для таких людей, как я, самым логичным решением является, наверное, видеоблогинг. Но вот же незадача, мои видео никто не смотрит. Мои предыдущие несколько видео собрали где-то по 5 просмотров за 2 месяца. И я понимаю, почему. Я бы тоже это говно смотреть не стал. Кому интересно смотреть бой пластилиновых человечков? Господи, 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 господи. Или приготовление бутерброда. Сэмич. Но мне кажется, я знаю, что я могу предложить зрителю. Я знаю, что сейчас нравится зрителю. Черт, мне это самому нравится. Всяческая крепота. Каналы, где какие-то чуваки рассказывают жуткие истории, собирают по миллионам просмотров. И я уж не вспоминаю про знаменитый, нашумевший в прошлом году канал Сергей95. Лично я считаю, что там все полная фальшивка. Там ничего даже не выглядит реально. Но тем не менее, он собирает много просмотров. Куча еще огромных просмотров. И, по слухам, он сейчас мертв. Но, опять же, я думаю, что это фальшивка. Ну, он не выкладывает видео на канал, ну... Так вот о чем я. Все же знают Ховринку, да? Ну, здание Ховринской больницы в Москве. Оно известно, там много кто погиб, жуть полнейшая. Но, в моем городе есть... Не совсем в моем городе, скажем так. Несколько километров от моего города. Даже много километров от моего города, и туда сложновато добраться. Есть более жуткое здание. Один заброшенный санаторий, который уже давно заброшен. И в этом санатории много кто пропал. Очень много кто пропал. Туда частенько кто-то приходит из молодых, типа меня, полудурков. И говорят, что много кто там погиб. Говорили про всякие культы, подобные секты, возможно, сатанинские или что-то типа того. И старые бабушки даже не заходят в тот лес. Они собирают грибы и обходят этот сектор леса стороной, потому что они просто боятся. Они в диком страхе насчет этого санатория. Почему-то про этот санаторий ничего не известно. Я считаю, что так не должно быть. Это надо исправлять. Конечно, было бы хорошо, если бы это исправил какой-нибудь... МША, кто там известные сталкерят по заброшенным зданиям, а не я, потому что, ну, нет, никто не смотрит. Но, может быть, меня начнут смотреть после того, как я туда схожу. Схожу, выложу видео, может быть, на какие-нибудь сайты выложу сталкерские или что-нибудь типа того. Я не знаю, есть такое? Наверное, есть. И, да. Я хочу сделать это здание более известным, потому что оно действительно жуткое и незаслуженно вниманием обделено. Правда, я не знаю, когда туда добраться. До туда довольно далеко добираться. Это рядом с селом Аркемово. И, ну, я думаю, я доберусь. И когда я доберусь, я выложу видео. И до встречи тогда. Счастливое число.
Здорово. Я Блейк, и я наконец-таки отправился в этот самый заброшенный жуткий санаторий. Только что я прошел мимо деревни Аркемова, и сейчас я по памяти пытаюсь идти. Кто-то, может быть, скажет, мол, ну, какого хрена ж ты не взял с собой карты, например, или навигатор, да. Ну, знаете, навигатор. Навигатора у меня нет. Кто-то ответит на это. Сейчас навигатор есть у всех в телефонах, ты идиот. Но я скажу, что вот мой телефон. В нем, конечно же, в нем нет никакого навигатора, в нем даже Bluetooth нет. Он из того времени, когда большая часть нас упивалась Ягуаром и рыдала под песни группы Stigmatory. Да, я совершил нечто более умное и сошел с рельсов и начал нормально ходить. Потому что ходить по рельсам — это не самое удобное. То бишь, расстояние между двумя рельсами слишком маленькое для нормального шага, и ты ходишь как идиот. А расстояние между тремя рельсами слишком огромное для типичного шага, и ты тоже ходишь как идиот. Да. Надеюсь, я, блин, не заблудиться, а то... Да. По памяти с Google карт это не очень. Ну, насколько я знаю, мне нужно идти по этим рельсам до определенного момента. И потом санаторий должно быть видно. Довольно-таки большое здание. Самое большое здание в округе, вообще-то. И да, потом я должен свернуть направо, пройти через какой-то там мост. В общем, я думаю, что я его не потеряю. Кстати говоря, это самое Аркемов, мимо которого я не так давно прошел, известно своей психбольницей, очень жуткой психбольницей. Я там только мимо один раз проходил. Возможно, это тема для другого выпуска, когда я туда попаду. Да. Я приехал сюда... Это что, скворечник? Я приехал сюда на поезде. Довольно-таки немалый такой путь проехал. И в поезде я не мог снимать... Также я не мог сходить в толкан в поезде. Да, я ненавижу толчки в поезде. Так что, я думаю, вы будете рады слышать, что мне реально хочется ссать. Да, наверное, этого не будет в выпуске. Я отчаянно ищу, что бы мне сказать. Листочки. Зацените, как все шумит. Какие-то трактора, шумы автострады, самолеты где-то. Порой мне даже сложно определить природу всех этих звуков. Интересно, каково было до развития всей этой техники, машин, самолетов? Возможно, за всем этим шумом можно было слышать что-то другое, что-то, что скрыто сейчас от нас. Да. Ну и бред же я несу. Я, кстати, иду уже где-то минут 40. Я не видел никакого санатория. Ну, я думаю, что я не заблужусь. Если я ничего не найду, то... Ну, рано или поздно я просто сверну назад и пойду назад. Этой же железной дорогой. Только вот мне придется долго, очень долго ждать моего поезда. Мой поезд будет вечером в 6 часов. До этого времени еще долго. Но я надеюсь, что я увижу рано или поздно санаторий. Жуткие шумы. Ну, или если я в итоге заблужусь и не смогу добраться до дома, я знаю, где я могу переночевать. Не очень радующая перспектива.
Я не знаю точно, сколько я наснимал, сколько я находил. Могу предположить, что хожу я уже где-то час. И, ну, знаете ли, я немного так устал, а я еще даже не дошел до гребаного санатория. Отличные перспективы мне предстоят. Че я сейчас такое сказал? Рябина. За все время железная дорога поворачивала где-то 4 раза направо и где-то 3 раза налево. То есть дорога идет так волнами. В принципе, это все совпадает с тем, что я видел на Google картах. Так что я думаю, что я пока еще не заблудился. Но хрен знает. Но осень это прекрасно, и поэтому гулять вполне себе приятно. Ну, прекрасно для таких извращенцев, как я, которые любят мрачность. Впрочем, мне нравится и лето, и зима, и весна. Мне все нравится. Осень мне не нравилась, когда я был школьником. И она означала для меня конец свободы. И мне это не нравилось, да. А сейчас мне все окей. Только найти бы этот ссаный санаторий. Его еще и не видно в помине. Но пейзажи тем временем становятся все мрачнее и мрачнее. И все больше и больше напоминает ведьму из Блэр. Главное, чтобы не закончилось так же, как и там. Эти самые трубы встречаются тут все чаще и чаще. Может, по ним и нужно ориентироваться. Оу, черт! Ну, зашибись, опять упал. Не расквасить бы камеру. Санатория все так же не видно, но если верить Google картам, то как раз таки после вот этой вот арки я его и должен где-то там увидеть справа. Так что думаю, что я близко. Если я не ошибаюсь. Ну а если я ошибаюсь, то я поверну назад и пойду на станцию ждать до 6 часов поезда. Все нормально. Бывает. Что ж, после долгих поисков я наконец-то нашел его. Вот и он. Теперь проблема в том, как туда добраться. Здесь повсюду какой-то срач дичайший. Холмы, всякие кусты, и путь туда преграждают какие-то болота. Да, так что есть возможность, что я туда и до вечера не доберусь. А вечером все так же, напоминаю, у меня поезд. Ну да ладно. И вот знаете, чем бы я еще охарактеризовал Россию? То, что даже в самой глуши кто-нибудь до нас срет. И даже не только. Вот еще. Даже не только нас срет. Но русские люди везде устроят ужасающий, кошмарный срач. Даже если, казалось бы, нога человека не ступала сюда уже многие года. Изредка она все же ступала. И при этом оставляла за собой просто кошмарные, кошмарные отходы. Кто-то поломал все деревья.
Ну так вот о чем я. Вы только гляньте на это. Только посмотрите. Красотища просто. И вот в этом, я бы сказал, вся Россия. Ну да ладно, как тут к санаторию-то пробраться? Наверное, должна быть какая-нибудь насыпь. Едва ли тут где-то есть мост. А если он и был, то он обрушился. Но хотя, не будут же они просто так ставить, где-то строить санаторий. Пусть это было во время перестройки, но не будут же они строить этот санаторий где-то, где нет моста и к которому нет вообще никакого подхода. Хотя, ну, с таким срачем и мост-то могли уничтожить. Хоть бы что, это Россия. Это, блин, не просто болото. Это вообще какая-то жесть. Честно, не знаю. Не пешком же мне здесь перебираться, блин. Не, ну, в принципе... Ну, одно радует. Если вы это сейчас видите, то я выбрался. Ну, или кто-нибудь вытащил эту камеру через 2 года из болота, например. Да. Зачем я это выдумал? Ах, твою мать! Что ж, это было не так уж и сложно. Только вот я снова потерял из виду этот самый санаторий, потому что по приближению его становится не так хорошо видно. Он где-то здесь. А еще здесь ужасные кусты. Я удивлен, как я еще не уничтожил камеру. Не набрал воды в свои ботинки. Вообще, если бы я был поумнее, я бы взял резиновые сапоги. Желательно рыбацкие резиновые сапоги. По колено. Но я не умнее, к сожалению. Еще я бы, может, взял бы мачете. Тоже неплохо. Но у меня и нет мачете. Как, впрочем, и огромных рыбацких сапогов. Да. Ах, черт! Я зацепился своими потлами за ветки. Не очень хорошая идея с потлами идти в лес. Хотя, знаете, все показывают таких типичных старых дедонов-отшельников в лесу, вечно потлатых и бородатых. Как они не цепляются за все эти ветки? Кстати говоря... Вот и он. Кто-то из вас скажет: ублюдок, какого хрена ты не снимаешь все подряд? Я не верю, что ты вообще перебрался через то огромное болото. Ну что ж, во-первых, если я буду снимать все подряд, это будет дико скучно и уныло. Во-вторых, батарейка не резиновая в камере. У меня не хватит снимать гребаных 2 суток подряд, как у Сергея 95. И насколько мы знаем, у него все фальшивое. Так что о чем здесь вообще даже говорить? Кстати говоря, гляньте, что я тут нашел. За исключением кучи еловых веток, которые бьют мне прямо по роже. Я нашел толкан! Я правда не знаю, женский это или мужской. И... Да, я не уверен, что я хочу ссать здесь.
Надо было все же исполнить свою нужду в поезде, когда был шанс. Ну да ладно. Можете себе представить, сколько денег было угрохано на все это здание? Да это вообще, наверное, самое огромное здание во всей округе. Здесь нигде нет зданий выше 5 этажей, а здесь где-то этажей 10 и огромная-огромная площадь. И с началом перестройки все это было просто выкинуто. Потом пытались вроде бы как несколько раз перестроить, но ничего из этого не вышло. Странно, что сразу же ощущается, что здесь гораздо холоднее, чем снаружи. Мне пришлось даже застегнуть куртку. В принципе, ничего ужасного. Я думал, будет более жутко, честно говоря, все эти слухи, что здесь ходили. Но на самом деле, тут явно все не так описано. Я дура. Окей. Ну, здесь явно часто кто-то бывает. Может быть, только лишь старые бабки и боятся. Похоже на стереотипный рычаг из видеоигры. Я сейчас на 2-м этаже. И у меня есть небольшой выбор. У меня есть огромный выбор. Идти вниз далее до подвала или идти вверх на крышу. Туда или сюда. Здесь полно места. Здесь можно жить, и никто не заметит. Можно годами жить, и тебя никто не найдет. Да, что не очень такая адекватная мысль, потому что я начинаю думать, что здесь действительно может кто-то в принципе жить. Ну, тут как всегда, да. Ну и, в принципе, у всех этажей одинаковая конструкция. На всех этажах одинаково вот эти вот лифтовые шахты.
Здесь еще даже не растаял снег, который шел здесь на прошлой неделе. Впрочем, здесь ничего нет особенного. Наверное, нужно идти на следующий этаж. Здесь полно песка. Песок, грязь, пыль, мусор. И ничего интересного. Абсолютным образом ничего. Я думал, намного лучше все это будет. Да, но какие-то странные шумы все это время я слышу. Как будто кто-то... Фак. Как будто кто-то топчется или что-то. Да, надо подниматься. Здесь делать нечего, кроме как смотреть на матерные надписи. Честно говоря, я не знаю, видел ли я столько матерных и мерзких слов в своей жизни. Ну что ж, хоть чем-то это здание интересно. Еще будет интересно, если я сейчас уроню камеру. Вот это будет интересно. Мне кажется, что я что-то слышал здесь. О, фак! Нет, рано или поздно я все же здесь убьюсь. Охренительная была просто затея. Нет, реально, я потратил деньги на поезд. Мне еще нужно как-то будет возвращаться тоже на поезде. Я прошел черт знает сколько километров, и все ради чего? Ради каких-то двух погнутых труб. Лесов вокруг, матерных надписей на стенах. Разрухи, пыли. И ничего интересного. Я не знаю, снаружи это здание выглядит даже интереснее, чем оно внутри. Честно. Ну что ж, осталось найти лестницу и отправиться наверх, я думаю. Окей, я на крыше. И... Ну что ж, отсюда открывается очень даже классный вид. Здесь был Ашот и шатал Сунину трубу. Дальше не буду совсем непрочный. Здесь, в принципе, больше нечего делать. И стало крайне холодно. Как будто я из осени перешел в зиму. Когда же это закончится? Да, отсюда надо сваливать, пока я не провалился под лед. Там.
думаю, я должен проверить. И здесь оказалась очередная лестница с какими-то жуткими трубами. Я думаю, я на самой вершине уже. Дальше уже некуда. Разумно ли это идти в такую тьму? Не знаю. Честно говоря, не мог бы подумать, что здесь так много места. Снаружи выглядит иначе. Снаружи выглядит теснее. Черт, да здесь так темно, хоть глаз выколи. Куда же мне идти-то? Да, я думаю... Черт. Я думаю, мне нужно идти назад. И спускаться к чертовой матери, и валить отсюда. Хорошая идея. Не знаю, я куда-то вышел. Честно говоря, я шел по какой-то лестнице, и я не совсем уверен, на каком этаже. Куда я пришел? Да это грёбаный бассейн. Огромный бассейн, надо сказать. Мой фонарь, в принципе, не способен его весь осветить. Надо было брать с собой прожектор. Даже не знаю, на каком я этаже сейчас. Как я мог забыть, на котором я этаже? Ну, я думаю, что не на первом. Что это? Ох, черт! Это же чей-то грёбаный череп! Твою мать! При этом я не вижу всего оставшегося скелета. Чёрт. Наверное, я должен предположить, что кто-то кому-то оторвал голову? Что здесь происходило вообще? Ох, черт. В этой комнате какая-то особая атмосфера. Здесь как-то как будто нечем дышать. И здесь кто-то явно проводил какие-то ритуалы. Но это не самое интересное, что я здесь обнаружил. Вот это. Думать, что в этой бутылке. Это книга.
Твою мать! Что это было? Черт, надо сваливать отсюда. Черт, я могу опоздать на поезд. И о чем я вообще говорю? Едва ли я вообще на него теперь уже успею. Неужели мне придется здесь ночевать? И эта комната. Черт, что это было? Моя камера уже разряжается вовсю. Черт, что это было? Что я видел? А? Кто ты? Что? Как отсюда выбраться? Черт! Черт! Твою мать! Что это? Что? О, черт! Куда? Куда мне прятаться? Твою мать, что за психопат? Куда здесь прятаться? Наконец-то я вышел куда-то на свет. Ох, что вокруг творится? Я даже не знаю, вижу ли я это все на самом деле, или я просто уже сошел с ума абсолютно. Кажется, он все же реален. Немедленно убираться отсюда. О, какая-то площадь. Thank you.
Что это? Отличная идея, просто прекрасная. Что ж, солнце уже довольно низко. И угадайте, кто заблудился в лесу? Кто заблудился уже второй раз на дню? На самом грёбаном ужасном дню, который только можно было себе представить. Это просто удивительно. Просто, блять, удивительно, как, каким образом я умудрился выбраться из сраного заброшенного санатория и заблудился, блять, в лесу. Да. Досадно то, что я слышу какие-то индустриальные шумы. Слышу лай собак. Хотя лай собак меня не очень-то радует. Это несколько пугает, потому что в таких краях псины могут их зажрать нахрен. Я слышу много чего, но эти шумы просто меня окружают, я не знаю, куда мне, в принципе, идти. Я шел так же, как вроде бы туда же, откуда я и вышел изначально. И ничего, просто, блядь, заблудился. Охренительно, что... Я ненавижу этот холод. Я ненавижу эту осень. Ну, еще не все потеряно, я думаю. Рано или поздно, наверное, я наткнусь на какой-нибудь населенный пункт. Я видел их предостаточно, пока шел туда. Аркемово все же не маленькая деревня. Она где-то здесь должна граничить. Ну, и знаете, что меня радует? То, что... Ну, я здесь не останусь до зимы. Если я и заблужусь, долго я здесь не пробуду, потому что меня сожрет этот гребаный монстр. Или демон, или что это такое, которого я полудурок выпустил. Черт. Как я, мать твою, устал. Возможно, придется разводить костер. Кстати, да, неплохая идея. Может быть, он испугается света от костра. Я не знаю, какого света как такового он боится. Возможно, да. Возможно, у меня получится что-то сделать. Если я не подожгу весь лес. Что за охренительная, блядь, идея? Отправиться в какой-то старинный заброшенный санаторий за черт знает сколько километров, чтобы снимать видео для Ютьюба. Выпустить там какого-то демона из табакерки. И в итоге заблудиться в лесу и стать его жертвой. Что ж, я, может быть, и круче, чем представляю себя. Потому что попробуйте наберите сухих веток в самом мокром лесу в мире. Осенью. А теперь испытаем мои возможности по добыче огня. Как они это делают-то? Let's try. А,
Nope. Что ж, думаю, что для меня это все. Я окончательно потерян. И хоть я и выбрался из санатория, из этого леса я не выберусь. Я не могу рассчитывать где-то переночевать, даже в той сраной трубе. Или где-то. Не могу рассчитывать, что мне найдут спасательные службы. Потому что уже вовсю темнеет. И оно будет охотиться за мной. Черт. Подождите, это... Да! Да! Железная дорога! Я, блин, нашел ее. Фак, надо спешить. Конечно же, я уже не успею на поезд. Не в этот день. Но мне надо добраться, по крайней мере, до города. Там, где свет, цивилизация. И... О, нет. Прошло где-то 2 недели с моего похода. И я до сих пор в шоке. Я не знаю, что мне делать. И у меня такое ощущение, как будто я никогда оттуда не выбрался. Потому что, похоже, оно все еще преследует меня. Первое, что я узнал, когда я выбрался и кое-как очухался от всего этого, это то, что умер мой друг. И у меня нет гарантии, то, что это никак не связано. Вполне возможно, что это как раз-таки связано. И... меня мучают кошмары. Каждую ночь. Каждую ночь я вижу ужасающие картины далеких планет. Кошмарных монстров, которых невозможно описать. И это имя. Ньярлатотеп. Ньярлатотеп. Каждый день, каждую ночь я слышу это имя. И вчера произошло нечто, что заставило меня снова схватиться за камеру. Thank you.
Черт возьми! Что, нашел меня? Он пришел за мной сюда, в мою собственную квартиру. Боже, я больше не чувствую себя в безопасности даже в собственной квартире. Черт возьми. И вдобавок ко всему, я думаю, что я начал лунатить. Я обнаруживаю свои ботинки в абсолютно не тех местах, в которых я их оставил, и по всему коридору грязь. Явно, что я одевался и ходил где-то, но я этого не помню. И у меня есть только один способ это проверить. Да. После всего, что со мной произошло, я готов поверить во всяческие бредни. Во все, что есть на канале Сергей 95, и во все бредни Диджейсона с радио Маньяк. Да, вот уж действительно, чего я не ожидал в своей жизни, того, что я когда-то буду спать в прихожей полностью одетым. Значит так, план таков. Я беру камеру, засовываю ее в карман в куртке. Надеюсь, я не сниму куртку, если я действительно луначу. Я возьму телефон, я на нем поставил будильник на 3 часа ночи, и я запихну его в ближайший карман, самый высокий. И будильник на нем стоит очень громко. Я надеюсь, это меня разбудит, если я действительно луначу. И при мне будет камера и фонарь. Да. Вот уж чего не ожидал никогда. Это безумие. Это просто безумие. Меня пора сдавать в Аркемово. И что бы вы думали? Я где-то в лесу. По-моему, рядом с дорогой. Посреди ночи, с фонарем. Ну, теперь я точно могу сказать, что это да. Я определенно луначу, да. Прекрасно. Прям всегда мечтал о подобном. Надо как-то отсюда выбираться. Так. Окей. Дорога, по-моему, там. Похоже, он здесь. О, нет. О, черт. О, боже, боже. Вернулся. Он еще жив.
Куда мне бежать? Он пришел за мной. Мне не казалось. Что? Что-то не так, когда я первый раз с ним встретился, но сейчас что-то совсем не то. Он напоминает какого-то зомби, черт возьми. Да, мне нужно... О, нет, 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 нет! Что это? Больше не могу. Что произошло? Сколько я здесь пролежал? Уже утро. О, черт. Что с ним произошло? Что, черт возьми, просто растворился? Понадобится. Надо сваливать.
далеко. Это произошло со мной несколько дней назад. Я снимал на камеру своего мобильного телефона тот беспредел, который в нашем лесу творят. Ну там вырубают просто деревья и все такое. В общем, я снимал это для того, чтобы... Ну, для суда там. Ну и эту прогулку я, наверное, никогда не забуду. В общем, я... Снимал все это на телефон, безобразие. Был вечер, темно. И тут я услышал странные звуки. Ну, какие-то звуки, не знаю. Вначале подумал, что эти сволочи опять деревья вырубают. А нет, все оказалось намного жестче. Я рассматривался, и тут... Я понял, что звук исходит сверху. Я поднял наверх голову и увидел, как это жуткое просто существо. Оно такое вот напоминало, так сказать, такую что-то подобие ящерицы, только с крыльями. И еще такая голова была с несколькими глазами. Ну, темно было, я толком-то ничего не рассмотрел. Ну, вон, на телефоне можете посмотреть. Вот. Мне стало нереально страшно в тот момент. И я побежал. Бежал. И чувствовал, что это существо, оно прямо надо мной летит. Понимаете? Прямо надо мной. Один раз я даже споткнулся и свалился. Даже телефон куда-то откатился. Ну, естественно, я нашел по-бырому телефон, встал и снова побежал. Это существо меня преследовало какое-то время, но потом, к счастью, мне удалось оторваться от него. До сих пор не могу объяснить, что это было. Вот что это было. Эй, будет весело, пойдем. Все равно нам нечем заняться, когда во всем городе нет света. Ты тоже это видишь? Такое ощущение, что мне лучше не стоит открывать эту книгу. Ладно. Я не знаю, как я выбрался через все это. Я не знаю, как я до сих пор жив, учитывая все, что произошло со мной. Я не знаю, чего от меня хочет это существо и его приспешник. Но я не думаю, что я проживу еще долго. Каким-то ужасающим образом гроза в октябре, в середине октября, такое бывает крайне редко.
Наверное, это первый раз в жизни, когда я действительно слышу грозу в октябре. Возможно, это он виноват. Возможно, это он как-то сделал. Но факт остается фактом. Гремит гром. И, возможно, скоро я останусь без света. Ох, черт! Черт! Твою мать! Где он? Где? Черт! Да что происходит-то такое? Значит, вот так все и окончится. Я не знал, что такой глупый поступок, как поход в какой-то заброшенный санаторий, так резко изменит мою жизнь и оборвет ее. Я никогда не думал, что все придет к этому. Я не думал, что моя жизнь закончится таким образом. Да простит меня за тот. Похоже, он здесь. После того, как мы посмотрели видео, наш отряд отправился на обыск в тот злосчастный санаторий. И там мы действительно обнаружили эту самую комнату и вещи оккультного предназначения. Ну и зная, на что способен тот черный камень в Арце, я просто взял и выкинул в ближайшую реку. Вот. Ну, так получилось, что я, видимо, в этом не преуспел. Потому что сегодня утром из участка пропала большая часть вещественных доказательств по делу, и, что самое страшное, из морга пропало тело Боченкова. В лучшем случае теперь меня уволят за рассекречение информации, но в худшем упекут в изолятор на всю оставшуюся жизнь. Но это не самое страшное, что я боюсь теперь.